Я сейчас дам самую большую ставку. 13 тысяч я даю. Сколько денег я уже потратил? Давненько я так не донатил в Roblox. Я коллекционер хлама. Я очень круто. Вы даже не представляете, что вас сегодня ждет. Я нашел игру для самых-самых богатых в Роблоксе. Игра, где вам нужно тратить свои робуксы и свои баксики для того, чтобы выигрывать аукционы. О май гад, что? Кто не знает, что такое аукцион? Есть чувак, который продает какую-то картину. И есть куча людей, которые желают купить эту картину. Они борются между собой и дают все больше и большую цену. Побеждает тот, у кого будет самая большая цена, тот и получит эту картину. Я чувствую, как я уже просрал свои деньги, когда зашел сюда. Привет, Пози Брос, я аукционист. Добро пожаловать в битву ставок. В битвах ставок вы должны сделать ставку на аукционные гаражи и построить свою империю. Нажмите на кнопку аукционы, чтобы присоединиться к аукциону. Так, ага, здесь появилась кнопочка. Нажимаем. Отлично, теперь пойдем к Дахуду. Кто это такой вообще? Что это за мужик Дахуд? Это, видимо, его гараж. Опа, у нас открывается гараж, и нажмите на предмет, чтобы проверить его. Блин, а я не могу. Я не могу их проверить. Максимум 24 бакса стоит эта игрушка. Ладно, окей. Выглядит как крутые предметы. Давайте попробуем выиграть их. Кто готов предложить 150 долларов? Я готов предложить 150 долларов. Корона у меня на голове. Кто даст 175 долларов? Никто? Серьезно? 1, 2, 3. Мы с вами выиграли наш первый аукцион. Отлично, теперь давайте посмотрим, сколько это стоит. Так, давайте мы с вами посмотрим на все это барахло. И это у нас стоит... Ого, мы уже окупили нашу потраченную сумму. Значение 242 бакса. Отличная работа, прибыль в 92 доллара. Так, ладно, все. Просто смотри, как я буду тратить свои робуксы. Расслабься. И поставь лайкос под этим видосом. У нас есть только место, чтобы забрать один предмет домой. Мы можем улучшить его позже. Нажмите на самый ценный предмет, затем нажмите подтвердить. Так, ну, здесь у нас, очевидно, самый ценный предмет, это вот этот плюшевый медвежонок. Нажимаем с вами подтвердить и забираем с собой медведя. Теперь мы можем продать остальные предметы за 187 баксов. За 197 баксов. Минус 10%, это что, скидка какая-то, что ли, да? Либо потому что я забрал себе медведя. Теперь давайте продадим предметы в вашем магазине. Так, идем с вами в магазин. О, зашел как босс. Это ваш магазин. Сейчас он маленький, но вы можете обновить его позже. Мы можем сюда добавлять различные предметы, чтобы украсть наш магазин. Нажимаем с вами изменить магазин. Выберите стол, чтобы разместить его. Если здесь будут выставлены наши предметы, то он должен стоять прямо по центру. Вот здесь вот. О, да. Отлично, теперь нажмите на кнопку плюс, чтобы продать предмет. Так, нажимаем с вами плюсик. Давайте выставим сюда этого медвежонка. Успех! Теперь давайте подождем, пока клиент сделает предложение. О, к нам пришел клиент. Что? Он готов нам дать 72 доллара? Ладно, я согласен. 72 бакса. Забирай этого медведя. Вау, у тебя есть 5 наконечников самоцветов. Мы можем использовать его для покупки улучшений. Нажмите кнопку улучшения слева. Так, нажимаем апгрейды. Здесь вы можете купить улучшение. Давайте улучшим ваше пространство для переноски, чтобы вы могли забрать больше предметов домой с аукциона. Ладно, потрачу 5 самоцветов. Видимо, мне придется сюда сдонатить на самоцветы. Я уже нашел, куда я потрачу свои бабки. Аккуратно, теперь вы можете нести 2 предмета домой. Это все от меня. Продолжай выигрывать аукционы, и ты разбогатеешь, как я. Так, ну что ж, нажимаем с вами аукционы и отправляемся на следующую нашу торговую площадку. Нам нужно 250 баксов. Присоединяйтесь. Присоединяемся с вами к первому гаражу. О, сколько же здесь хлама. Так, сколько стоит попкорн? 4 бакса, а чашки 16 долларов. Вот это, я думаю, ценно. Стартовая цена начинается со 100 баксов. Так, окей, поднимаем с вами стоимость. Кто предложит 125 долларов? Хоть бы никто не предложил. Хоть бы никто не предложил. 2, 3. Отлично, я выиграл. Я всего лишь потратил 100 баксов. Следующий гараж. А чё? У меня уже сотку списало. Ладно, хорошо. Ну, вроде как не особо ценно. Так, 50 долларов, 75 долларов. 100. Кто предложит 100 баксов? Чё, опять я, что ли, буду? Ладно, хорошо. 100 долларов я предлагаю. Ура! Я выиграл второй гараж. Я коллекционер хлама. У меня осталось всего лишь 300 баксов. Надеюсь, это последний гараж. Сколько стоит этот фламинго? 13 баксов. Почему швабра стоит дороже, чем фламинго? Это странно. Чувак предложил 100 баксов. Кто 125 предложит? Вроде как никто. Ладно, хорошо. Вы не можете потратить больше, чем ваш аукционный бюджет. В смысле? У меня же есть деньги. У меня еще осталось 309 долларов. Фрэнд заработал с этого гаража. Сколько? 200 долларов. Так, а я сколько здесь заработал? Я потратил 100 баксов. И, надеюсь, я окуплюсь. Да, я окупился.
Шикардос! А с первого гаража, сколько я заработаю, я сюда тоже потратил сотку. Уже больше сотки, это очень хорошо. Мы суммарно с вами почти на 100 баксов в плюсе. Просто офигеть, офигешеньки. Давайте мы с вами продадим клюшку для гольфа и заберем с собой еще вот этот вот фен за 25 баксов. А остальное мы с вами продаем за $297. И мы с вами даже остаемся в плюсе где-то на 97 баксов, потому что 200 мы с вами потратили. О, мне нравится эта игрушка. Так, хорошо, а теперь давайте мы с вами продадим предметы. Выставляю сюда клюшку для гольфа, а сюда обычный фен. И теперь мы с вами просто ждем посетителей, которые к нам придут и купят у нас эти безделушки, которые мы зачем-то выиграли на аукционе. Давайте мы с вами зайдем в магазин. Что я здесь могу сделать? Я могу себе купить целый сейф с этими гемами. 5000 гемов. Эй, покупаем! Мы же сюда пришли донатить. Теперь давайте мы с вами купим все баксов. $20 000, чтобы мы всех выигрывали на аукционах. За 3900 робуксов я уже потратил 7000 робуксов. Плюс 50% к месту в инвентаре. 250 робуксов. Магазин Космос. Я не знаю, что это такое. Это... А, это площадь магазина. Увеличиваем на 50%. Покупаем. Пространство. Плюс 50%. 500 робуксов. Ребята, в каждом моем донатном видосе я покупаю абсолютно все, что здесь есть в магазине. Так, что это значит, удачная оценка? Я не знаю, но это стоит 500 робоксов. Ладно, возможно, нам это пригодится. Может быть, это как-то влияет на то, кто сделает больше ставку. Телепортируйтесь в места мгновенно. 150 робоксов. Я еще этот город даже не изучил, а мне уже предлагают купить телепорт. Почему бы и нет? Быстрые предложения. Получайте быстрые предложения за 399 робоксов. Ладно, хорошо, так уж и быть. Вип-чат. Нет платы за продажу. Вип-клиенты предлагают до плюс 100%. Лайфтайм. 800 робоксов. Тоже покупаю. Чувак хочет у меня приобрести что-то. Не уходи из моего магазина. Тебе ничего не понравилось? Ладно, что у нас тут дальше? Какие-то бусты у нас есть. 0% шанс оценки реплики предмета. Не совсем понимаю. Мгновенно получайте предложение от NPC. Это будет действовать 15 минут. Ладно, я куплю моментальные офферы. Хотя я их вроде как уже купил. Давайте зайдем обратно в магазин. Может быть, у нас уже здесь есть клиенты. Да, есть, смотрите. Так, а сколько стоил этот фен? 25 баксов. Она предлагает 40. Ладно, почему бы нет? Продадим. Ты предлагаешь 25 баксов, а клюшка стоила вроде 30 баксов. Что-то как-то не совсем выгодно. Этот магазин ужасный, он сказал. Иди в баню. Не возвращайся сюда больше, если тебе что-то не нравится. Ты предлагаешь купить у меня эту клюшку за 31 бакс. Ну, кстати говоря, почему бы и нет? Продаем ему эту клюшку. Отлично, у нас 20 тысяч. Я очень крутой. Давайте мы теперь с вами прокачаем наш магазин. Как расширить здесь место в магазине? Пока не совсем понятно. У вас нет предметов. Найдите предметы на аукционах, чтобы использовать их в качестве декора. А, то есть мебель мне нужно выигрывать. Это что за вселенная такая. Так, давайте мы с вами сюда поставим кабинет. Что это? Это счетная машинка гигантская. О май гад. Здесь я тоже могу выставлять предметы. Я понял. Давай я с тобой выйдем на улицу и прогуляемся по этому городу. Я бы хотел немного прокачать свой домик, потому что он выглядит немного ужасно. У него заколочены окна. Как будто бы его кто-то пытался ограбить. Давайте мы с вами найдем магазин. Ага, здесь у нас починка. Хэнк. Кто такой Хэнк? Давайте зайдем внутрь к Хэнку. Нельзя, нет? Я зашел в гараж к Хэнку. О, он тачки здесь продает, судя по всему. Нифига себе, ты что, богач? Хорошо, что я купил телепорта, ведь сейчас с помощью телепорта мы сможем не бегать по этому городу круглому, а сразу телепортироваться куда нужно. Ваш магазин, магазин сортировки, слесарь, магазин по ремонту, магазин пола, гараж Хэнка. Что у нас в магазине полок? О, вы посмотрите на эти хай-тек полки. Пакет полок. Какие здесь самые дорогие полки? 1500, судя по всему. Вот это стоит 1500. Отстой какой-то. А золотое сколько стоит? 150. Золотые полки в нашем магазине. Я не знаю, почему это стоит дороже всего, но почему бы и нет? Это стоит 1500. Покупаем. Я потратил гемы. Теперь давайте мы с вами телепортируемся в наш магазин. И я бы хотел убрать эту полку. И эту полку тоже. Я хочу сюда поставить самые крутые полки. Изменить магазин. О, вы посмотрите. Это что за подиум? Он даже сюда не помещается, в мой магазин. У меня магазин слишком маленький. Ладно, отправляемся с вами на аукционы. Требуется 14 тысяч. Тропический остров. 7 тысяч это кабина, мода, магазин, 1800 склад. Так, а какой здесь самый дорогой аукцион? 50 тысяч. Стимпанк. О, ребятки, я даже не знаю. Так, давайте начнем с чего-нибудь попроще. У меня есть 20 тысяч, я готов телепортироваться вот сюда. Телепортируемся в кабину. У всех есть по 7 тысяч. Так, нажмите предмет. Не знаю, 200 баксов стоит эта лошадь. Ладно. Минимальная цена 1800 баксов. Чувак поставил 2000. Эмилия тоже 2000. Кто даст 2200? Так, подождем. Раз. Два. Все, я даю 2000. 2200. Кто перебьет? Кто даст 2400? Один. Два. Три. Да.
Я выиграл этот гараж! Офигеть, за 2200! Серф-доска стоит 160 баксов, холодильник 240, домик 136, счетная машинка 150. Камеру не успел проверить. Возможно, она стоит достаточно дорого. 2000 кто-то дал, 2200. Ладно, давайте мы с вами пропустим сейчас этот гараж, и на третьем гараже мы с вами опять потратим денежки. Девчонка с короны потратила 3000 почти. 2800 точнее. У нее точно бабок сейчас не останется на третий гараж. А вот здесь-то мы с вами сейчас и оторвемся. А, я не успел проверить предметы. Ладно, хорошо. Кто дает 2600? 2800? 3000? Так, ждем. 3200? 3600? Они собираются меня ограбить. Кто даст 4000? Я дам 4000. Я буду тем самым болваном, который даст 4000 и потратит все свои оставшиеся деньги на вот этот вот гараж. Я выиграл! Надеюсь, окупится, надеюсь, окупится. Окупилось! Окупилось на 300 баксов? Так мало, серьезно? Так, это второй гараж, на который была ставка 2800. И они не окупились, офигеть! Так, а первый? Это тоже мой гараж. И я тоже окупился на 300 баксов. Я заработал с двух аукционов 600 долларов. Капец, мне везет. Я потратил 6200, а получил 6912. Прибыль 562 бакса. Так, забираем с собой барабан и забираем с собой эту тачку за 750 долларов. Я могу еще что-то с собой забрать. Ладно, вот эти качели заберем с собой. Только где я поставлю эти качели? Все остальное мы с вами продадим за 4600. Ладно, окей, продаем. Давайте мы с вами зайдем в магазин. Я вижу, тут уже мои подписчики скопились, которые собираются у меня что-то купить. Изменить магазин. Почему я не могу заапгрейдить магазин? У меня же больше нет мебели. Ладно, давайте я полку поставлю куда-нибудь. Отлично, полка поставлена. Выставляю сюда барабан, раз. Добавьте большой подиум в свой магазин. Но подиум не помещается. Я могу продать всего лишь один предмет. Ого, вы смотрите, сколько они денег готовы мне предложить. Эту вещь нужно починить. Ее нужно подшаманить, чтобы она стоила дороже. Так, все дают по 638 баксов. А она стоит у нас 400 долларов. Это очень выгодно. Я продаю моему подписчику за 638 баксов этот барабан. Пространство. Нам нужно с вами увеличить пространство. Раз, два, три, четыре, пять. Пространство инвентаря тоже с вами увеличиваем. Слотов увеличиваем побольше, чтобы мы могли с собой предметов как можно больше забрать. Капец, я огромный магаз здесь сделал. Это целый замок. Я сделал самый крутой аукцион, судя по всему. А как этот дом выглядит снаружи? Мне теперь интересно, как он выглядит снаружи. И внутри-то я его прокачал. Мне интересно теперь посмотреть, у кого здесь самый большой дом. Судя по всему, у меня. Да, это у меня здесь самый большой дом в округе. Вот эти дома выглядят ничего так. Это у нас трехэтажный дом. Я хочу еще больше проапгрейдить свой дом. Я хочу потратить все бриллианты. Хочу сделать максимальную прокачку дома. И давайте еще увеличим с вами на один раз пространство. Это что, дом Деда Мороза? Серьезно? И здесь такая одна полка одиночная стоит. Что ж, я потратил почти все свои гемы. Нужно еще сдонатить, чтобы прокачать наше здание. Еще 3900 робуксов, ребята, я уже потратил 1015 или 20 робуксов за весь этот видос. В конце ролика посчитайте, сколько я потратил. Еще минус 4000 робуксов. 10 тысяч гемов у меня есть. Давайте, делаем максимальный апгрейд. 4500 и 9000. 9000 кристаллов. У меня столько нет. Нужно еще сдонатить. Хочу сделать максимальную прокачку для своего дома. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вы должны поставить лайкосик, потому что давненько я так не донатил в Roblox. Все, у меня есть 15 тысяч. Надеюсь, это последний апгрейд. Очень надеюсь, что это последний апгрейд. Да, максимальный уровень, магазин Космос. Что ж, в целом почти ничего не изменилось. Он все такой же гигантский. А снаружи он, наверное, выглядит как космический корабль. Вау, это просто пентхаус гигантский. Так, ну теперь нам нужно с вами здесь поставить всего да побольше. Так, поставим сюда с вами подиум. У нас все должно с вами идти как-то по порядку. Вот здесь у нас в центре зала будет стоять вот эта полка с дорогими предметами. С этой стороны мы с вами поставим еще один большой подиум. Будет в порядке увеличения идти, как в симуляторах. С этой стороны мы с вами поставим кабинет. Что это за кабинет такой? Почему это выглядит так срато, такая маленькая кабинка? Ладно, я поставлю здесь несколько кабинетов. Они должны все стоять на одном уровне. Это что вообще такое, блинский? Почему это выглядит так кринжово? Давайте мы с вами повернем эту штуковину и поставим ее вот сюда. Мой магазин действительно выглядит очень пустовато, честно признаюсь. Теперь нам нужно с вами просто сюда ставить как можно больше столов. И нам нужно с вами выиграть как можно больше аукционов, чтобы мы с вами могли здесь что-то выставлять. Отправляемся с вами на аукцион. У меня осталось 20 тысяч. Я хочу поучаствовать в
самом дорогом аукционе, и, видимо, мне придется опять сдонатить. Сколько денег я уже потратил? Мне кажется, что я потратил минимум 30 тысяч робуксов, потому что сейчас я покупаю еще 20 тысяч долларов, и на все деньги я отправляюсь на самый крутой аукцион. Требуется 50 тысяч. Так, ребятки, присоединяемся с вами к самому дорогому аукциону. Это у нас стимпанк аукцион. Ждем, когда сюда кто-то присоединится, если, конечно, у кого-то вообще есть деньги, чтобы поучаствовать в таком аукционе. Опа! Открывается гараж. Давайте быстро смотрим стоимость. 600 баксов. Так, отлично. Какая здесь будет минимальная ставка? 20 тысяч! Кто-то дал 22 тысячи, 24! О, нет, я, пожалуй, пропущу. Хотя там есть ракетка какая-то вдалеке. Ладно, нет. Но лучше мы с вами оставим деньги на какой-нибудь второй гараж. Она потратила 28 тысяч. Поздравляю. О, костюм космонавта. Вау! Что в тех ящиках? Ладно, жаль, что я не могу посмотреть, что в тех ящиках. Так бы мы смогли с вами понять, стоит ли нам тратить столько денег. Так, 12 тысяч кто-то дает, 13 тысяч кто-то даст. Я даю 13 тысяч. Вы получили значок, выиграете 5 гаражей. Это мой 5-й аукцион только. Тачка стоит 1300, байк 1000, а тот телескоп... Непонятно, сколько стоит тот телескоп. Так, здесь уже за 6400, 7200. Тут уже цены у нас поменьше. У меня есть еще 37 тысяч баксов. Я сейчас дам самую большую ставку. 13 тысяч я даю. А это вообще почему-то не тратит свои деньги. Вот вторая, у нее 50 тысяч как было, так и осталось на балансе. Я выиграл этот гараж. О, да. Так, пожалуйста, хоть бы окупилось. Хоть бы окупилось. Не окупилось. Ёлки-палки. Так, второй гараж. Тут будет 13 тысяч. Да, да, да. Смотрите. О май гад. Ребята, мы с вами там заработали минимум пару тысяч баксов. И хорошо, что мы с вами не купили первый гараж, потому что он тоже не окупился. Так, забираем с вами газонокосилки, костюм космонавта, вот эти арки и тачку. Все, все остальное мы с вами продаем за 16 тысяч. У меня осталось 49 тысяч. Давайте я поговорю с Ханком. Что ты умеешь делать? Хочешь заработать гемов? Поиграй 12 минут и возвращайся обратно. Так, я уже поиграл 12 минут. Давайте мы с вами зайдем в починку. Может быть, я могу починить какие-то свои предметы, которые в дальнейшем я выставлю на продажу. Давайте мы с вами починим тачку. 10 гемов можем потратить, и тогда тачка сразу увеличилась в цене в 2 раза, как только мы ее починили. Так вот как это работает. Когда мы с вами чиним товары, которые мы с вами выиграли, мы с вами с этого больше получаем. Так, костюм космонавта. В 2 раза. Хорош, хорош. Но мы потратили 20 гемов. Так, теперь давайте зайдем сюда. Что это у нас за здание такое? Что это? Great item. Выбрать предмет. Давайте я какой-нибудь подешевле предмет выставлю. Бронза! Цена увеличилась в стоимости. Что это вообще за место? Давайте вторую газонокосилку заапгрейдим. Так, результат. Серебро! Вау! Это стоит намного дороже, чем бронза. Давайте костюм космонавта. Сколько он будет стоить? Опять бронза. А почему золото-то нам не дадут? Ладно, я не хочу апгрейдить свои предметы. Иди ты в баню, а? Мне кажется, или это вообще нифига не выгодно? Давайте мы с вами телепортируемся обратно в наш магазин. И, наконец-таки, выставим наши вещи на продажу. Костюм космонавта. Так, теперь на большую полку что я могу выставить? О, я поставлю сюда вот эту штуковину. Какой-то генератор или газонокосилка. Так, сюда-то что я могу поставить? Ага, вот эту тачку для перемещения. Вы смотрите, какие они хитрые. Они хотят на 45% дешевле. О, нет, спасибо, дружище. Давайте я продам этому чуваку костюм космонавта на 50% больше. Так, отлично, 2500 мы с вами получили. Ты хочешь купить эту арку, Волан-де-Морт? Так, этот чувак готов дать на 30% мне больше за еще одну газонокосилку. Опа! 5700! Мы почти все продали в нашем магазине для наших подписчиков. О, этот чувак готов дать на 20% дороже. Продаем. Все, ребятки, мы с вами заработали нехило так. Так, на 21% больше. Отлично, продано. Еще одна арка продана. Кто тачку купит? Никто не хочет покупать тачку? Тогда, может быть, вы хотите купить качели, на которых вы сможете покачаться? Так, плюс 20% к стоимости от машины. Давай, продаем. И все, ребятки, остались только качели. Давайте мы с вами прогуляемся по чужим домам и посмотрим, кто что продает. Так, чувак продает мельницу. Эта мельница стоит 570. Я готов ее купить за 850. Ура, я купил мельницу. Отправляемся с вами к следующим подписчикам. Ты продаешь ванну. О, ничего себе. И сколько стоит твоя ванна? 499 баксов. Я дам за нее 740. А, он отклонил офер. Эй, почему? Я ведь тебе дал намного больше денег за эту ванну. И ты продал ей? Ты серьезно? Ты больше меня не подписчик. Ну что ж, ребята, на этом мой ролик подходит к концу. Я потратил за этот видос очень много робуксов, и это действительно одна из самых донатных игр, в которые я когда-либо играл. Если тебе понравился этот видос, поставь свой лайкос, подпишись, и увидимся с тобой в следующих видосах. Адьос!